Трансформеры. Думаю, хотя бы раз, но все-таки слышали о них. И немного представляете, кто это. Про них даже уже 4 фильма вышло, а это о чем-то договорит. Но стоит помнить, что первоначально Трансформеры — это серия игрушек, выпущенная американской компанией Hasbro и японской Takara Tomy. Когда проект приобрел популярность, Hasbro спродюсировал несколько мультфильмов, а потом цикл высокобюджетных блокбастеров. Фильмы рассказывают о вторжении инопланетных разумных машин, способных трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолеты и другую технику. Вот так-то фильмы про трансформеров приносят неплохую прибыль, и думаю, что каждому было понятно, что продолжение не заставит себя долго ждать. 5-й фильм серии «Трансформеры» выйдет на экраны с подзаголовком «Последний рыцарь». Об этом объявил режиссер картины Майкл Бэй совместно с компанией Paramount Pictures. В своем инстаграм Бэй уточнил, что съемки фильма начнутся на этой неделе, на Кубе. Сценаристом картины станет Акива Голдсман, работавший над картинами «Код да Винчи», «Я легенда» и «Дивергент. Глава 2. Инсургент». Релиз фильма намечен на 23 июня 2017 года. В декабре 2015 голливудский актер Марк Уолберг, сыгравший в 4-й части «Трансформеров», подтвердил свое участие в пятом фильме. На этот раз лидеру автоботов Оптимусу Прайму предстоит найти в космосе своих создателей. В то же время герой Марка Уолберга вместе с другими автоботами сразится с самым сильным из трансформеров – Юникроном, мечтающим завоевать вселенную. В октябре прошлого года стало известно, что производители игрушек Hasbro и киностудия Paramount Pictures выпустят еще минимум 4 фильма из серии «Трансформеров». Авторы продумали концепцию сиквелов до 2025 года. Таким образом, на экраны должны выйти 5, 6, 7 и 8 части трансформеров. Я, конечно, ничего не имею против трансформеров, но во всем нужно чувствовать меру. И это касается всего. В погоне за прибылью режиссеры буквально из пальца высасывают новые сиквелы к хорошим картинам, пытаясь нажиться на бренде. Наверное, вы уже вспомнили «Звездные войны», с которыми происходит то же самое. Да, несомненно, фанатам будет приятно видеть своих любимых героев на больших экранах. Но будет ли им интересно смотреть каждый фильм буквально на одно и то же? А я же напоминаю, 4-я часть «Трансформеров» вышла летом 2014 года. Она заработала в мировом прокате больше миллиарда долларов, но критики отозвались о ней крайне негативно. Картина получила 7 номинаций на антипремию «Золотая малина», а Майкл Бэй в итоге был удостоен этой статуэтки как худший режиссер. Может, это повод задуматься?